Витископ. Успешная игра Мемфиса еще раз подчеркивает тот факт, что если Газоль в форме, если Газоль не испытывает проблем со здоровьем, то его команда является одной из самых сильных на Западе. Приход Картера, который хоть и не имеет чемпионского опыта, но даже в свои 37 все равно он очень может помочь этому коллективу. И ну, в этой команде все в строю, все в оптимальной форме, и мы видим, какой результат. Мемфис одержал 6 побед, 6 уверенных побед. И еще раз подчеркну, что эта команда со здоровым Газолем является одним из претендентов на победу в Западной конференции. И обязательно даст бой любой команде. И мы знаем, и аналитики баскетбольные знают, что практически все команды Западной конференции не хотят встречаться в плей-офф с Мемфисом. Что еще раз мы увидели в прошлогоднем плей-офф, когда 4 подряд матча завершались с Оклахомой и овертаймами. И лидерство Мемфиса, оно, конечно, временное. Думаю, что подтянется Сан-Антонио, подтянется, может быть, Клиперс, выздоровеет Дюрант, Вестбрук, будет как-то подниматься вверх Оклахома. Но игра Мемфиса оставляет очень приятное впечатление. И их связка больших по-прежнему является одной из самых сильных в лиге. Витископ. Спортивное видео.